Его называют Кишиневским Арбатом. Маленький рынок возле органного зала уже давно привлек внимание всех кишиневцев. Здесь можно найти картины, гончарные поделки, сувениры и многое другое. Вы смотрите проект «Ваше мнение». Сегодня мы узнаем у жителей Кишинева, чем их привлекает маленький Арбат и что интересного они для себя здесь нашли. Мне нужно купить сувенир. Vreau să cumpăr un souvenir pentru o persoană. Ну, почему пришли именно сюда? А потому что знаю, что здесь продаются больше всего вот эти сувениры. На другом базаре я не знаю, живу уже тут всю жизнь в Кишиневе, знаю, что здесь. Pot să alegi. Sunt lucruri tare frumoase, deși dau preț la ceva mai bun, dacă e tot frumos aici. E atrăgător, poți să iei lucruri care să faci prezenturi prin alte țări, de exemplu în Franța sau, mai știu, prin Germania. Ai lucruri tradiționale, lucruri plăcute. Nu, zici și istorie, zici... Красота, красиво все. Все сделано вручную. Много для себя покупаете здесь? Нет. Для меня дорого. Я пенсионерка, для меня это дорого. А может, находили что-то волшебное, необычное, интересное для себя здесь? Нет, есть, конечно. Мне вот сундучки вот эти нравятся. Есть такое что-то такое. Вот есть даже с музыкой, что связано. Вот, смотри, музыкальные инструменты. И картина. Картина это вообще... Я зашел просто посмотреть. Вижу, здесь люди имеют такие красивые работы. Интересные все по-своему. Люблю природу, роспись природы. А мы ищем подарки передать в другую страну, сувенирную продукцию, да, и все. Ну, пока, да. А себе что-то покупаете? Себе покупали, когда вселялись в новую квартиру. Картины для декора. Красивые картины, всякие поделки интересные. У меня гость из Германии, я просто провожу ее по городу, делаю экскурсии, чтобы она увидела, что у нас красиво и замечательно. А почему привели именно сюда? Ну, Аделы, ее зовут Адела, из Германии, и ее заинтересовало вот наши платки, вот все это. Она сама пишет картины, ее заинтересовало, вот что именно у нас продается тут, чем занимаются люди, вот так. Я вообще люблю картины, и недавно про нашу одну художницу смотрела интервью. Она... Очень красивые картины рисуют. Пришла посмотреть. Вот что-то типа этих маков. Такое все нарядное очень. И я пришла посмотреть, может быть, что-то есть здесь на выставке ее и даже купить. Потому что мне очень понравилась ее картина. Они такие жизнерадостные очень. Вот на них смотришь, хочется улыбаться. А я пришла выбрать им вот такую рамочку для своей маленькой этой... Я даже растерялась. Внучки. Вот. Фотография с детского сада. И вот надо рамочку для фотографии. А вот чем-нибудь, может, привлекает вот это место? Может, находили что-то интересное здесь? Ну, вообще, здесь приятно гулять. Смотреть на картины очень приятно. Мы приходим сюда, когда нам нужно приобрести сувенир оригинальный для друзей. Вот. Ну, и вообще полюбоваться. Много прекрасных вещей. Что вам нравится здесь конкретно? Ну, мне нравится рукоделие, вот то, что люди сами делают руками, это меня очень восхищает. Вы часто покупаете здесь? Когда как, да. Конечно, это бывает дороговато, но когда есть деньги, можно и купить. Здесь очень много можно увидеть интересного, национального и общекультурного. В общем, мне здесь очень нравится. Мне очень интересно, вот я обратила внимание, образец, это почтовые ножи, они уже стали реликвией, они ими не пользуются сейчас, но это какой-то участок культуры, поэтому это очень интересно. У меня есть небольшая коллекция их, поэтому я вот подошла спросить, есть ли такие ножи или нет. Больше всего смотрят, потому что не позволяют, многих денег не имеют, но приводят, вот только что бабушка была со своим внуком, смотрели там значки советского периода, она показывала вот вымпела, фотоаппараты, все, то есть поучительное. Что интересного вы нашли для себя на Кишиневском Арбате? Ой, тут очень много интересного.
Мне даже понравился вот тут крестик необычной формы. Все интересное тут. То есть такое не найдешь на другом рынке? Нет, не найдешь. А часто покупаете здесь? Ну, бывает, покупаем тут. Но часто в церкви покупаем то, что необычное. А тебе здесь нравится? Может, Кишиневский Арбат не так велик, но живость и интересные вещи всегда привлекут внимание прохожего. Вы смотрели проект «Ваше мнение». До скорых встреч!